В руки каждому желающему в память о героях. Именно так каждый год проходит акция «Георгиевская лента». В условиях самоизоляции традицию не нарушают. Волонтеры Победы проводят мероприятия онлайн. Из города в город участники передали друг другу желто-черный символ. В 2005 году в России впервые прошла акция «Георгиевская лента». И теперь каждый год в День Победы граждане крепят символ к своей одежде, чтобы отдать дань памяти подвигу наших предков. Многие крымчане уже позаботились об атрибутике. Анна Щербакова ленту надевает каждый год. В этом уже в апреле стала носить ее на одежде. Для нее это не просто символ памяти. У меня прадедушка воевал. И дедушка, правда, он был просто участником и в Японской войне. Ну, не знаю, это как память для меня. И это как бы я сама лично сделала своими руками. Для тех, кто хочет получить новую ленту, в этом году предусмотрели такую возможность. Волонтеры распространили символ в магазинах. Безвозмездно вам передаем георгиевские ленты, чтобы вы раздавали их людям. Спасибо большое, очень приятно, спасибо. На кассах ее раздают желающим практически во всех городах полуострова. Симферополь не исключение. Эльмаз Османова пришла за покупками, а ушла с подарком, символом победы. Это хорошо, это праздник, который должны помнить все. И, конечно же, отмечать и вешать, конечно, эту ленточку. Все магазины и аптеки разных муниципалитетов полуострова получили больше 25 тысяч лент. Акция «Георгиевская лента», она является всероссийской. Волонтеры Победы участвуют в ней дистанционно и онлайн. И также раздают ленту в магазинах, при этом соблюдая обязательно все нормы, правила техники безопасности в период пандемии. На этом работа добровольцев не заканчивается. Помимо символичных акций, они продолжают ежедневно поддерживать тех, кто ковал победу на фронте, сражался за будущее нашей страны. Мы будем поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны по всему Крыму, участников партизанских движений, детей войны, тружеников тыла. Всего по Крыму мы поздравим больше 700 таких категорий. С ветеранами волонтеры не контактируют. Подарки будут передавать безопасно, в масках, перчатках, не передавая из рук в руки. Вы также можете присоединиться к акции, взять ленту на кассе в магазине бесплатно или найти атрибут, который хранится с прошлого года. Сделать фото, выложить его в социальные сети, при этом оставаться дома и помнить о подвиге наших предков. Анастасия Бойко, Евгений Гарбузов. Утро нового дня.